Слушай, ну это же просто круто, а. Регулируете скорость следования и потом плавно добавляете. Кто-то, когда, если на кране пробовал панорамировать, да, вот именно такая ручка и должна быть. Ну прекрасно же, а. Наконец появилась и возможность и вот так вот его. Оси вращения. Слушай, это чудо, да. Ребята, вот я сначала походил. Это, понимаешь, вот как с машиной Тесла. Ты не должен сразу в нее садиться. Ты должен сначала походить, посмотреть так издалека, да? Потрогать ее. И после этого с большим придыханием ты садишься в ковшеобразное сиденье и приподнимаешь руль. И ты понимаешь, что сейчас у тебя в руках потрясающее устройство. Друзья, это нелегко. Мышцы должны работать другие, но придется привыкнуть. Ну, для того, чтобы мышцы не так уж работали, есть много еще прекрасных, дорогостоящих приспособлений у этих ребят. И вот эти вот ножички, они все убирают, все продумано, да. Аккумулятор, да, а вот смотри, другой, да. То есть последовательно их меняете, не выключая сам подвес. Вот это мотор, да? Мотор – это сила, да, у нас? А в моторе, мотор – сила, есть, сила движения, да? Настраивается. Ну, под камеру, да, вот. Жесткость, да. В зависимости от того, какая масса у камеры. Можно это сделать в автоматическом режиме. А система сама определит, какую нагрузку раздать на двигателе, чтобы оптимально был расход энергии. Я понял, да. Вот. И я даже подозреваю, что, наверное, в автоматическом режиме он тоже работает. Да. Ну, и если есть какое-то понимание того, насколько загрузить двигатель, можно сделать это вручную. Потом операторы, я думаю, быстро это схватывают. Да. Настройка смус-трека позволяет включить или выключить сглаживание. Ну, получается, определить скорость, время и ускорение реагирования. То есть плавность отклика получается. По трем осям тоже панорамирование, наклоны и вращение. Мы можем посмотреть информацию по питанию, которое дается на двигателе, потом можно посмотреть по углу наклона, то есть это график тоже отображает в зависимости от изменений. Да, тряхануло, мы смотрим, да. Здесь в режиме remote настройка получается пульта управления. Вот того. Да, то есть в зависимости. Можно настроить пульт управления по мертвым точкам, по скорости, по ускорению, точно такие же вещи, по углу поворота и настройки протестировать тоже на каждую ось, на панорамирование. А, дедбенд, да, ты можешь менять, ой, да, замечательно, да, как. Да. Вот. Замечательно. И здесь общие настройки, такие как калибровка, да, sound effects, ну, звуковые эффекты, ага, и тому подобное. Он на какое-то большое расстояние, да, пульт этот работает? А здесь можно установить и сбросить настройки конкретного юзера с пульта. Можно поставить как минимум два юзера. Вот. Замечательно. Ну да, то есть, ну да, кто вот, под что привык, под свой стиль, ну, щелкай и начал работать. Ну, в разделе, елки-палки, чего они только не придумали, а, ребят. Можно посмотреть пароль на Bluetooth. Меню дублируется в мобильном приложении Ronin. Друзья, смотрите, вот тут какая удивительная вещь есть. Написано GPS Insight. Примерно. Как я узнал, может быть, я и ошибаюсь. Значит, мы идем, двигаемся на открытой местности, и GPS фиксирует то, где мы находимся. И вот этот момент, когда мы ходим, мы двигаем камерой углы какие-то. И дальше, если мы нажмем кнопку повтора, то оператор, который начнет двигаться снова по этой же траектории, да, GPS отследит, и он опять повернет. Это насколько я понял. Может быть, я тут и не прав. Еще, значит, для чего нужен GPS? Для того, чтобы горизонт не заваливался на очень быстрых скоростях. Дело в том, что гироскоп работает и акселерометр работает. И у них все-таки, ну, неточная очень вот эта вот математика, да. И на огромных скоростях они пролетают. И вот для этого нужен GPS, чтобы не заваливался горизонт. Вот как мне объяснили. Елки-палки, какая замечательная вещь. Теперь на выдохе. Скажите нам, сколько это стоит?
И мы будем к этому стремиться, да. Рекомендованная. В районе 535-540 тысяч. Выдохнули и успокоились. Ну, ребята, слушайте, ну для тех, кто хочет снимать настоящее кино, надо приобретать настоящее устройство. У меня таких нет, это к ним. У меня штуки попроще. Подожди, вот к этому замечательному человеку. Евгений зовут меня. Евгений. Евгений, фамилия твоя как? Просто Евгений. Просто Сергей. Друзья, меня иногда спрашивают, а сравните, пожалуйста, Крейн с Ранином. Сравнивать. Если есть деньги на Ранин, купите его, а заодно и Ред, и наслаждайтесь прекрасными кадрами. Мне больше нечего сказать. Неудобный вопрос. Что будет с зоной, где глушен GPS? Я все знаю, да, для этого. Приходим к этим ребятам, покупаем второй и радуемся опять. Буксировочный...